Добрый вечер, дорогие друзья. Всем здравствуйте. В эфире программа «Мэр отвечает». И по традиции здесь, в этой студии, последний четверг месяца. Анатолий Евгеньевич Локоть. Не по традиции, а по заведенному графику. Мы однажды с вами договорились. Поэтому добрый вечер всем, кто сегодня присоединился для того, чтобы обсудить городские проблемы вместе с нами. Давайте поговорим. Главная тема последних недель, я думаю, что эта тема будет продолжаться еще какое-то время и дальше, это мобилизация. Первые мобилизованные уже из Новосибирской области отправлены. Знаю, что и вы, и губернатор заверяли, что семьи наших солдат будут под постоянной заботой и опекой. Какая поддержка? Что оказываете? Ну, вы абсолютно правы. Частичная мобилизация. Она продолжается. У нас она частичная, потому что масштабы ее не всеобъемлющие. Там есть конкретные сроки под конкретные цифры. И часть действительно мобилизованных после проведенной определенной работы здесь на территории Новосибирской области и города Новосибирска отправились уже не к местам боевых действий. Да, здесь хочу нужно успокоить. Акцентировать. Это я хочу сказать, да, они для дальнейшего боевого слаживания, то есть там обучение боевого, вот где, я не знаю, не посвящен. И не интересовался. И думаю, что это правильно. Будет проходить боевое слаживание, ребята будут восстанавливать свои навыки, потому что все это люди служивые, люди, которые однажды принесли присягу, понимающие, что такое дисциплина. Очень быстро, вы знаете, я вот так езжу, встречаюсь с ними и наблюдаю в динамике, как они меняются от первых часов мобилизации, когда они собрались на сборном пункте еще в штатском, ну, как-то с собой что-то взяли, что считали нужным, и вот они уже оделись, и вот они уже в строю, и вот они уже где-то на стрельбище побывали, где-то на полигоне побывали, и вот они же в ногу идут, и вот они уже совсем другие люди. Я уже замечаю, общаясь с ними, а я подхожу и спрашиваю. Что вы вообще чувствуете? Они как бы, я вижу, что это изменились. Они так посуровели, конечно, они подобрались, они стали серьезней. Они понимают, какую задачу им предстоит какая выполнить. Они полны решимости, самое главное, они полны решимости отразить врага и достигнуть победы и поскорее вернуться назад. Вот это вот понимание, вот меня поражает, мне иногда так вот наворачивается слеза, я и себя вспоминаю. В такой ситуации тоже мне приходилось в свое время быть, я служил в армии, и ребята молодцы, конечно, я уверен, что наши сибиряки, воины, они не посрамят славу своих предков, воинов-сибиряков, которые было завоевано в Великой Отечественной войне. Да, мы продолжаем помогать, ну, на нашем уровне, на городском, ну, принято решение на государственном уровне, приняты там целый перечень мер поддержки, на областном уровне приняты, законодательство даже изменили, и мы у себя, в силу наших полномочий, мы тоже приняли меры поддержки, прежде всего, семьи мы направили усилия на детей. Но вот сегодня вместе с областью мы приняли решение изменения законодательства и нормативной базы, которая позволяет обеспечить горячими обедами ребятишек, учащихся на протяжении всего периода учебы в школе, вне зависимости от возраста, как раз из семей мобилизованных. Но это очень важное достижение. Конечно, напоминаю, что там действовала эта норма в отношении начальных классов, то в отношении семей мобилизованных это вот на протяжении всей учебы. Мы приняли специальные меры для того, чтобы у нас социальный блок, наш департамент социальной политики по обращению, по заявительному характеру семей граждан оказывал им поддержку. В этом отношении я принял непростое решение. Вы знаете, ну, я честно скажу, мы советовались, колебались, стоит ли это делать. Но приняли окончательное решение, и это утверждено сегодня на сессии депутатов городского совета. 25 миллионов мы сняли с празднования Нового года. Мы сократим праздничные мероприятия. Где-то елки, где-то катки, где-то хотя какие-то концерты, в этом году, концерты, салюты, все это будет отменено, фейерверки. Но 25 миллионов для нас это существенная такая сумма. Мы из бюджета направляем как раз на решение вот этих задач. 15 миллионов как раз на поддержку семей.
мобилизованных. А 10 миллионов, ну, это специально будет направлено на поддержку уже непосредственно мобилизованных. Mm-hmm. По списку, этот список выверяется mm-hmm. с командованием, тем командованием, которое занимается формированием частей mm-hmm. из этих мобилизованных. Потому что, ну, понятно, что здесь выверенный список, он регламентирован. Ну, есть бытовые вещи от зубной пасты, от зубной щетки, там, сапожного крема, может быть, и до каких-то до зима впереди, до вещмешков, поэтому, там, да. и так далее, и так далее. Ну, вот такие вещи. Да, и вы знаете, в этом отношении, мы сегодня говорили на эту тему с журналистами уже, я был совершенно не готов к тому, насколько активно наши новосибирцы готовы оказать поддержку. Угу. Мои друзья школьных времен, институтских времен выходят на меня, звонят, слушай, мы знаем, что вот как помочь? Хотим помочь, угу. хотим помочь. Там мой друг юности вместе учились в НЭТе, угу. там в оперативном отряде были угу. вместе. И вот он, значит, говорит, я вот, он сейчас предприниматель, я готов там купить, и купил оборудование. Я знаю, что бизнесмены квадрик, действительно да, помогают. И говорит, ну только хочу вручить лично, и вручил лично. Мы ему организовали, он съездил, прям повстречался, в руки передал. Вяжут. Носки Победы, вяжут. Акция целая. Да. Это, причем женщины не ста, это не пожилые женщины, вот да. как мы, ну, что это, бабушки сидят, угу. вяжут. Нет, конечно, угу. и бабушки, и пожилые женщины разного возраста вяжут, и варежки вяжут, и носки вяжут, и, угу. в общем, и шьют белье, это настолько активность высокая, несут продукты питания, ну, просто активность очень большая. Я хочу проанонсировать, у нас 30 пунктов сбора вот этой гуманитарной помощи. Если вы не знаете, куда обратиться, то обращайтесь, прежде всего, в администрацию, угу. в свою соответствующую администрацию, вам подскажут, где находятся эти пункты сбора, потому что они на базе наших учреждений муниципальных угу. развернуты, работают в определенные часы. Там вам скажут, что принимают, какие вещи. Ну, все-таки здесь должен быть... Мы наших воинов должны не старыми вещами, не какими-то угу. вот обносками. Уж извините меня. Так же, как и продукты питания, мы очень тщательно проверяем. Извините, срок годности кстати, должен да, это соблюдаться. Важно. И за этим очень внимательно следят. Ну, и какие-то скоропортящиеся да, наверняка. Да, за этим угу. очень внимательно следят. Поэтому тут тоже без обид, качество продукции, качество вот этих гуманитарной этой помощи, оно должно соответствовать своему назначению. Вот мы говорим вот об этой материальной стороне. Я сказал, что очень много желающих, вплоть до того, что деньгами готовы оказывать помощь. Кстати, я говорю сразу, некоторые приносят лекарства какие-то. Вот я против этого. Почему против, я объясню. Нет, запретов, конечно, никаких нету в этом отношении, но дело в том, что все-таки аптечки, лекарства, это тоже специальный вопрос. И у нас аптечная сеть, кстати, специалисты... муниципальная аптечная сеть же подключилась. Занимается. Угу. Она этим... Они формируют, угу. они, во-первых, знают, из чего это угу. состоит. Это военная аптечка, что туда должно войти. Они очень внимательно следят угу. за сроком годности этих препаратов, чтобы там никаких нарушений не было. Ну, что называется, это здесь их профессиональные навыки, они этим занимаются. Поэтому здесь можно деньгами, если можно, и возможность есть какой-то суммой перечислить, но она будет направлена на приобретение вот этих лекарственных форм. Но это материальная все часть. А есть моральная сторона. Знаете, они очень нуждаются в моральной поддержке. Они очень радуются вот этим простым, незамысловатым словам, которые написаны в письмах. Нам кажется, что это ерунда, да, вот эти конвертики, треугольнички, как войну. Это имеет огромное значение. Огромное значение. Они читают, они сидят, думают, они, видимо, вспоминают свои семьи, своих детей. Был митинг, когда мы как раз провожали к новому месту дислокации воинов, и там выступали, говорили, и там выступал мальчик, ученик, по-моему, 14 лет, 13-14 лет, ученик 7-го, по-моему, класса, он такими простыми словами выступил, сказал о том, что ему страшно. Ему страшно за будущее страны, ему страшно за свое будущее. Он боится, что вот война, она вот так как-то негативно отразится. Вот его восприняли прямо лучше всех.
там вот те, кто стоял в строю, это, ну, такая трогательная очень была минута. И мне почему-то это запомнилось очень сильно. Поэтому не жалейте добрых слов, не жалейте сердечных вот своих каких-то посылов, душевных. Ребята очень нуждаются в этом. Да, конечно, конечно, им страшно. Да, они сумели взять себя в кулак, да, они готовы выполнить задачу, они говорят, да уж быстрее бы. Я и такое слышал. Я шел вдоль вагонов по перрону, пожимал руки. Я думаю, многие сейчас об этом говорят, конечно. Они говорят, скорее да, бы это все. Давай, нам, ну что мы тут, мы не боимся. На самом деле, конечно, каждому человеку страшно. Но они молодцы. И давайте им пожелаем удачи, пожелаем им победы, и чтобы они вернулись живыми и здоровыми домой. Спасибо, Анатолий Евгеньевич, за такое выступление. И я думаю, что эти слова, но если не услышали, то обязательно передадут новосибирцам и нашим землякам, и из других регионов тоже. Ну что, мы продолжаем программу «Мэр отвечает». И вопросы, которые к нам поступают, ну, совершенно из разных, как всегда, областей, это и дороги, и так далее. Но вот один из них. Почему киоски на остановке сад Мичуринцев были снесены вместе с остановкой? Где стоять под дождем и снегом? Куда ставить сумки и пакеты? Особенно пожилым или пассажирам с детьми. При том, что снесенные киоски выглядели поприличнее, чем многое в центре. Через неделю был объявлен мораторий. Мораторий на восстановление тоже в действии. Автобусы на остановке, кстати, приходится ждать в выходные дни больше получаса. Вот такой вот... Ну да, развернутый. Да, развернутый, и про остановки, вопрос, но, и вы знаете, про... Вот по первой части мне почему-то показалось, что это как раз один из заинтересованных лиц в сохранении этих киосков. Которые... Киоски с остановками. Да, потому что... заговорил об остановках, а потом о киоске негде стоять. Но тут давайте мы... Ну, может, оговорился, конечно, но мне почему-то кажется, что здесь кто-то из заинтересованных лиц. Вы знаете, мы действуем в нормах... Вот мы не нарушаем законодательных норм. Закон надо соблюдать в этом отношении. На остановке сад Мичуринцев там закончился срок просто арендных отношений. Они продлены не были. После этого было предложено просто убрать эти киоски. Ну, он забрал с собой остановку тоже. Мы восстановим, безусловно, мы этим сейчас занимаемся. По городу Новосибирску мы планируем заменить на новые остановки. И хотелось бы, конечно, чтобы эти остановки были, соответствовали духу времени, были красивыми, современными, ну и, безусловно, удобными, защищали от дождя и снега. Поэтому продолжаем работать в этом направлении. Анатолий Евгеньевич, вот про остановки заговорили. Вы, когда к нам сегодня на эфир приехали в студию, мы здесь на площади Маркса, на остановке Башня находимся. Вот здесь уже закончили все-таки или нет? Ну вот потому что остановки я не вижу вот на остановке Башня. Хотя все очень даже так уютно. Ну, прежде всего здесь решалась сложная задача, которая звучала так. Это комплексное приведение в порядок, комплексный ремонт проспекта Маркса. Понятно. Что такое комплексно? Не только проезжую часть отремонтировали, отремонтировали и тротуары, велосипедную дорожку. Ой, там сегодня даже целый провели заезд и велосипедистов. Ну, молодцы, сделали велосипедную дорожку. И, конечно, поработали с тем, чтобы освободить вот эту пешеходную зону от ларьков, вот от этого изобилия. Заметили. Это все заметили. Вот я всегда, когда приходил вот эти годы к вам на передачу, и потом особенно вечером уходил, мне так неуютно себя чувствовал, мне так стыдно было, такую неловкость чувствовал. И сегодня? Потому что, ну, так это было, выглядело непрезентабельно, страшноватенько, прямо скажем. А вот сегодня, посмотрите, какой вид открылся, когда убрали вот эти все вагоны, все эти ларьки, все эти ненужные рекламы. Какой вид открылся на площадь Маркса, на памятник Покрышкину. Ну, как это красиво все выглядит. Здорово. Поэтому здесь, конечно, работа продолжится. С павильонами будем работать. Заметьте, сделали карманы остановочные. Их не было просто. А сейчас карманы. То есть есть возможность заехать транспорту и не мешать движению по основным двум полосам, которые есть на Маркса в одну сторону. Поэтому здесь работа проделана большая, но еще не предстоит. Нет пределов совершенства. Так, будем продолжать. Понятно. Ну, у нас есть первый звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Как вас зовут и какой вопрос будет к мэру? Александр меня зовут. Вопрос будет относительно строительного муниципального предприятия «Метромир».
которая занимается строительством станции метро «Спортивная», возводит замечательную стелу на площади Калинина. Но есть еще такой момент, что они занимаются строительством жилого многоквартирного дома, который задерживают уже на 2 года ввод в эксплуатацию. И, собственно, такой ряд вопросов будет, поскольку предприятие муниципальное решил задать их мэру напрямую. Первый – это насколько мэр проинформирован относительно данной ситуации. Второй вопрос – какие объективные причины есть для такой длительной задержки. И третий вопрос – что планируется предпринять для того, чтобы исправить данную ситуацию? Да, Александр, спасибо. Знаю, на самом деле проинформирован, знаю эту проблему, разделяю тревогу. На самом деле сегодня мы занимаемся этим вопросом комплекса. Ну, разворачивать полный комплекс мер я, наверное, не буду сейчас в эфире, чтобы время не занимать. Но скажу так, поставлена задача перед предприятием в максимально сжатые сроки, вот в этот осенний период, ввести этот дом, закончить строительные работы и разрешить эту проблему. Ну, я думаю, ответили, да, на вопрос Александра. Так, двигаемся дальше. Вот один из вопросов. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич. Такой вопрос. Будут ли создавать сети велосипедных дорожек по городу? Если да, то когда и где? Ну, вот об одной мы уже будут. Сказали. Да. Будем. Будем создавать. Я в третьем лице сказал, извините, не удержался. Конечно, мы этим занимаемся вопросом. И прежде всего, места для сети дорожек велосипедных, для того, чтобы на самокатах кататься или на роликах, это парковые зоны, зоны скверов наших, вот там, где позволяет вот эта инфраструктура. Ну, кроме того, мы и вышли и на улицы. В прошлом году мы такую возможность предоставили по вокзальной магистрали, и там оборудовали, специально выделили вот эту велосипедную дорожку. А в этом году на проспекте Маркса. То есть вот такой опыт у нас появился уже на действующей инфраструктуре после проведения такого капитального комплексного ремонта, благоустраивать в целом территорию и обустраивать эти велодорожки. Будем продолжать эту работу. В этом отношении целая программа есть. Ну, вообще, мне кажется, надо, да, и понаблюдать какое-то время, насколько они будут использоваться. А то вдруг они окажутся, что они и не нужны были велодорожки, а их вот так просили. Ну, всякое бывает. Так, дальше. Следующий вопрос. Вот такой. ТОС Высокогорный, Красная Горка, ЖК Ключевой, ТОС Боровой. Нас не спасет школа в Европейском. Нам нужен школьный транспорт. Так, ну, это по учебным заведениям вопрос, я так понимаю. Ну, прежде всего, школьный транспорт в пределах городского округа, муниципального, вернее, округа, не предусматривается, поскольку здесь транспортная доступность обеспечивается общественным транспортом, который существует. И в этом отношении мы идем по пути вот как раз льготных билетов, а в определенные периоды даже бесплатного проезда для наших школьников. Вот таким образом мы решаем этот вопрос. Что касается непосредственно микрорайонов, прилегающих на улице Выборна, да, вы правы, знаем эту проблему. Дефицит школьных мест нарастает. И там у нас в планах строительство новой школы, по-моему, ее номер 189 будет. Будет так вот порядковый, и зарезервированная площадка. Поэтому у нас в планах строительство новой школы. Там, ну, таким образом надо решать, конечно. Надо строить новую школу в целом. Вот, кстати, про общественный транспорт заговорили. Когда начнется обновление старых зеленых троллейбусов на новые? Что вот прям сразу так зеленых? Ну, все можно обновить. Выбран зеленый цвет. Да. Действительно, для троллейбусов у нас выбран зеленый, для автобусов белый, для трамваев красно-белый. Вот такие цвета, они в свое время были даже утверждены, такой регламент ввели. По поводу троллейбусов, я, по-моему, выступал уже и говорил, мы через федеральную программу, национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» выиграли конкурс, стали первыми в этом списке для того, чтобы получить новые троллейбусы по этой программе. И 9 мы планируем получить уже в этом году. Троллейбусы с автономным ходом. Не просто троллейбусы. То есть они, у них есть аккумуляторные батареи, которые позволят после того, как
закончится контактная сеть, а улица продолжается, и маршрут продолжается, то есть они могут продолжить... Ну, это удобно, да, конечно. Да, конечно. Это мы сделали ставку именно на такой вид транспорта, и, как я сказал, вот начинаем обновление в этом году. Это хорошая действительно новость. Да, договор подписан, и мы ждем выполнения обязательств завода по поставкам я знаю, в этом году. Даже известно уже, на какой маршрут, да, пойдут, на 36-й, или пока я мы еще не будем загадывать. Рассуждать на эти темы, да. Мы испытали в прошлом году такого типа транспорт, изготовление уфимского завода, они делают вместе с белорусами, изготавливают этот вид транспорта, и он показал себя очень хорошо. Мы на нескольких маршрутах его обкатали. Ну, на какой сейчас я не готов сказать. Ну, мы дождемся. Да, давайте дождемся. Да, давайте. Анатолий Евгеньевич, смотрите, тут по транспорту еще вот такой вопрос. Добрый вечер. Считаю необходимым усилить работу контролеров на автобусных маршрутах МКП, НГТ. Ну, это, видимо, городской транспорт. Да, да, да. Далее речного вокзала в центр на маршрутах 21 и 54 они не заезжают много без билетников. Я так понимаю, это здесь про... Хороший вопрос. Спасибо большое за подсказку. Обязательно усилием я такое распоряжение дам. То есть вы говорите сейчас о том, сейчас ведь что... вводят вот эту как раз систему без кондукторов, и, видимо, она все... вводится давно у нас, эта система. Да. Продолжается ее. Да, во-первых, сначала мы переходили на безналичный расчет, то есть вот с тем, чтобы проводить вот эти транзакции специальными устройствами. Это делали кондукторы, и параллельно они могли взять и мелочь, в том числе, но сейчас ставка сделана все-таки на бескондукторную, но здесь должна быть повышена, конечно, дисциплина. Хочу сразу сказать, мы пойдем по пути, безусловно, повышения ответственности. Кстати, там же до 1000 рублей уже... За безбилетный проезд, в первом чтении принят закон, и депутаты там высказываются, что давайте поднимем еще. Так и так в 10 раз, куда же еще-то? Но речь же об ответственности идет. Это же не налог, вот я будете соблюдать, никаких проблем не будет. Хорошо, согласен. А ставку на контролеров, ну, спасибо за подсказку. Обрати внимание на ваше замечание. Есть звонок у нас на номер 3040-600. Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Да, как зовут вас? Юрий меня зовут. Юрий, какой вопрос? У меня вопрос. Вот площадь Маркса, круговое движение, стоит памятник Покрышкину. И каким образом к нему можно будет даже подойти, если там постоянно круг движения транспорта идет? Да. Проблема, на которую вы обратили внимание, она существует, и не только в нашем городе. Прежде чем принять это решение, а я хочу напомнить, мы советовались по этому решению, с ветеранами советовались, с общественностью, абсолютное большинство высказали за то, чтобы памятник поставить в центр. И такие примеры есть, и в Москве есть памятники, скажем, Юрию Гагарину, вот я... Вот сходу говорю, я помню этот памятник Юрию Гагарину. Я не могу вспомнить. Он стоит ровно в центре развязки. И, тоже кольцо, да? Да, кольцо вокруг него. Такие решения, они есть. Потому что, чтобы подойти к памятнику, а это все-таки не круглый год у нас происходит, это происходит по датам день рождения Александра Ивановича Покрышкина, либо День Победы. Ну, знаменательные, вот, знаменательные даты, эти даты. Ну уж тогда мы, наверное, остановим движение у нас. Нас поймут, и для того, чтобы провести эти мероприятия. А так, мне кажется, ну, и у меня личное впечатление, я откровенно скажу, и от многих я слышу впечатление, памятник выиграл зрелищно. От того, что он переместился в центр площади, и вот так его можно посмотреть со всех сторон, и смотрится он очень красиво. И площадь сама, она заиграла по-новому. Да, особенно сейчас, когда после ремонта, да, это несомненно так. Продолжаем программу «Мэр отвечает». Всем еще раз здравствуйте. До конца этого часа в студии «Городской волны» Анатолий Евгеньевич Локоть. Добрый вечер.
Напоминаю, каналы для связи 30-40-600, телефон прямого эфира 8-913-787-6005. Это ваши сообщения. Я вижу, что они приходят, будем зачитывать. И также можете смотреть видеотрансляцию нашего сегодняшнего эфира программы «Мэр отвечает» на официальной страничке мэра ВКонтакте. Так, ну что, продолжаем. И вот какие вопросы приходят. Здравствуйте. Жители ЖК Новомарусино просят помощи. В летнее время жильцы не раз обращались в управляющую компанию с вопросом, почему не включают уличное освещение территории. До сих пор ситуация не поменялась. Сейчас становится опасно передвигаться. Ну, понятно, утром и вечером уже темнеет. Раньше много открытых котлованов, барьеры парковочные. Как повлиять на управляющую компанию? Ну, прежде всего, по освещению. Проблема действительно в Новомарусино, она такая есть. Застройщик построил эту сеть и пока не передал ее городу. Угу. И вот когда такие случаи бывают, ну, серьезно, очень перебои. Потому что, ну, может быть, застройщик экономит деньги, может быть, что-то по каким-то другим причинам. То есть вовремя просто не включает ее. Мы работаем в этом направлении, решим обязательно проблему. Когда это будет передано в муниципальную собственность, безусловно, ситуация изменится, и мы включим. Поэтому работаем над этой темой, она, этот вопрос есть. Что касается разрытий, то ремонтный период, особенно касающийся ремонта теплотрасс, коммуникаций, он практически завершен в городе Новосибирске, поэтому я надеюсь, что сейчас ситуация резко начнет изменяться в лучшую сторону. То есть, во всяком случае, мы отслеживаем каждое разрытие. Вот у меня даже есть такой перечень, мне говорят, столько-то на сегодня, столько-то разрытий в городе, значит, уменьшилось на такое-то количество, а еще, значит, вот подрядчики... Как меняется ситуация, да? Ситуация меняется, да. Поэтому в этом отношении работаем. Вот еще по освещению, значит, часто ходим с площади Калинина по улице Перевозчикова, и уже около нескольких месяцев освещение там забывают включать или просто не хотят. Столбы есть фонарные, но их не включают на участке от Перевозчикова до дачной 40/2. Здесь не могу твердо сказать, в чем причина. Давайте я вопрос возьму. Но особенно вопрос очень актуален, потому что мы же открываем стелу на площади Калинина. И, конечно, мы будем следить за тем, чтобы прилегающие улицы тоже были поддерживались, содержались в надлежащем порядке. Поэтому я беру этот вопрос, поручение администрации Центрального округа разобраться в этой ситуации, исправить положение. По Маркса вопрос, ну, здесь рядышком. Перекресток улиц Ватутина и Блюхера оставили недоделанным. И все бы ничего, но ремонт здесь выполнялся ведь по проекту «Безопасные и качественные дороги». Когда сделают ремонт надлежащего качества? Ватутина и Блюхера, обрати внимание, но я хочу сказать, этот участок мы исключили из программы БКД, прямо скажу, потому что ремонтники, энергетики, которые проводили ремонтные работы на теплосети под улицей Ватутина, они просто, ну, затянули со сроками ремонта, поэтому ремонт дороги, он не принят у них, они остались, что называется, должны, и работы там продолжатся. В этом году что смогут исправить, но, видимо, они уже окончательно будут приводить порядок, и мы об этом договорились, это записано в поручениях уже в следующем году. Подчеркиваю, этот участок, он не вошел в БКД, то есть за него деньги бюджетные не заплачены. Важное замечание. 30-40-600, телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, алло, это... Да, мы с вами, ага. Как зовут вас? Это Мединцев Владимир Валентинович. Пожалуйста, какой у вас вопрос к мэру? Так, вот есть такой пресловутый проезд Сурикова. Есть проезд Сурикова между 5-7 домом. Это вообще какой-то кошмар. К тому же там идет... кабельная река, как бы сказать, которая там вечно в луже. Не дай бог что-нибудь случится. Так, вот такая проблема Этот есть. Вопрос очень так. Давно. Владимир Валентинович, понятно. Такая локальная проблема. Я так понимаю, частный сектор за ДК...
за Домом культуры Дом находится. Культуры. Давайте я поручение отдам, чтобы администрация позанималась. В этом году ремонтные работы вряд ли мы уже успеем сделать. Да и не надо этого делать, потому что только получится все плохо. А вот в планы ремонта на следующий год давайте постараемся, чтобы это все попало в следующий год и весной с наступлением теплого периода. Ну, отремонтировали улицу. Вы проявите активность, обратитесь в администрацию. Я, в свою очередь, даю поручение Дзержинской администрации. Анатолий Евгеньевич Локоть, желаю вам удачи в вашей работе и исполнении ваших желаний. Уверен, что мэр это услышит в эфире радио «Городская волна» в городе Новосибирске. Житель города Новосибирска Максимов Станислав Анатольевич. Буду ждать от вас ответа. И привет всем сотрудникам радио «Городская волна». Вот очень просили, несколько раз писали. Анатолий Евгеньевич, бывают такие сообщения без вопроса, просто вот добрые слова. Станислав Анатольевич, спасибо, конечно, неожиданно совершенно, потому что обычно нам звонят с проблемами, и это не часто услышишь. Ну, очень приятно. Но я надеюсь, это оценка не только моего труда, а ну, в целом вот больших коллективов, которые работают над благоустройством города Новосибирска. Не все еще у нас получается. И поэтому мы проводим эти прямые эфиры, чтобы исправлять ситуацию. Мы, ну, честное слово, мы стараемся. Поэтому, по крайней мере, за добрые слова вам спасибо. Показывают, что есть очередной звонок. Алло, здравствуйте. Давайте пообщаемся. Как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Артемий. Артемий, вопрос... какой вопрос у вас к мэру? Вопрос про школу 220 в Европейском береге. Когда вот планируется сдача, потому что застройщик постоянно переносит сроки, и вот жители... Так, ну, Артемий, по-моему, мы в прошлом эфире уже эту тему мы поднимали. Мы каждый эфир отвечаем, Артемий. Угу. Я понимаю беспокойство, и правильно делают радиослушатели и жители этого микрорайона, что задают вопросы. Проблема есть. Застройщик, обязательство застройщика до Нового года эту школу сдать. Там вопросы небольшие остались, я надеюсь, что так оно и будет, и поэтому мы надеемся, что второе полугодие, ну, начало следующего года, мы уже постараемся начать там... То есть сядут за парты, да, ученики уже... Да, процесс учебный. Будем... Правда, для этого надо будет целый тоже проделать путь технологический, потому что надо будет получить лицензию, сформировать школьный коллектив. Мы уже сегодня формируем школьный коллектив, списки учащихся. Вот, поэтому, ну, все-таки надеемся, что образовательный процесс в следующем полугодии мы начнем. Вопрос по площади труда. Каждый день там стоим по 2 часа. Компания ВИС со своими подрядчиками на сегодняшний день тормозит строительство 4-го моста. Расширение полотна не представляется возможным. Хотя, если подумать, возможно развести движение, говорю, как инженер-строитель. Вот сейчас убрали наземный переход с кольца в сторону моста, а светофор тормозит движение. Возможно, сначала нужно было сделать подготовку, а не делать, а потом думать, как пробку убрать. Вот такие размышления инженера-строителя. Строитель абсолютно прав, в том плане, что там обстановка постоянно меняется. Вот надвинули, там новые опоры поставили, надвинули переход, и ситуация изменилась, и надо менять движение. И мы движение вокруг площади труда уже несколько раз меняли за время строительства, и будет еще менять. И более того, и даже ремонтируем, такой поддерживающий ремонт делаем, чтобы было в летний период поменьше пыли. Потому что если бы мы этого не делали, там бы, конечно, учитывая и тяжелую технику, которая там к строительству... Ну, жалобы периодически все-таки кидают, все равно возникают. Это строительная площадка, и в этом отношении инженер-строитель, я думаю, очень хорошо ситуацию понимает. Поэтому, ну, пока строительство ведется, тут нам придется некоторое терпение проявить. Анатолий Евгеньевич, еще по автобусам вопрос. Здравствуйте. Когда ждать большие автобусы в Пашино? Сколько уже можно? Вот там частники на этом маршруте. И там в этом случае упирается все в рентабельность, конечно. Но давайте вернемся к этому вопросу. Ну вот перевозчик посчитал необходимым для себя таким рентабельным для себя переход на малоформатные автобусы. Ну, вернемся к этой проблеме. Давайте еще раз поговорим. Обращу внимание департамента. Еще все-таки коротко про, значит, светофоры. Вот часть из них периодически не работают. Про площадь Лунинцев сейчас нам сообщают. А части изменены фазы работы. Из-за этого тоже возникают пробки. И аварийность, значит, возрастает. В том числе с пострадавшими. Это перекрестки Плановая, Дуси, Ковальчук и
и Тимирязева-Жуковского. Может быть, есть какая-то информация и вот про, значит, этот отрезок площадь Ломенцев? Ну, да, к сожалению, периодически бывает, что светофорные объекты замолкают, особенно в осенний и весенний период. Связано это с отказами, намоканием кабеля. И в данном случае вот на Лунинцев говорю, потому что езжу каждое утро и каждый вечер через эту площадь. И интересуюсь, конечно, состоянием. Тут у меня, что называется, на виду. Там ремонтные работы ведутся. Надеюсь, что в короткие сроки ситуация исправится. По регулированию светофорных объектов мы стараемся там, где это возможно, там, где новые у нас светофоры, цифровые уже светофоры с цифровым управлением, вводить систему управления, чтобы менять в течение дня, режим менялся в зависимости от потока. Там, где это невозможно, там возникают вот как раз те проблемы, о которых радиослушатели наши говорят. То есть динамика изменений в течение рабочего дня на улицах города, она довольно высокая. Пока у нас не все светофорные объекты единой такой системы, ну, еще мы не построили. Хотя работаем над этим. Создать единую цифровую систему управления движением, транспортным движением в городе Новосибирске. Движемся дальше. Еще есть у нас буквально 10 минут для того, чтобы... У вас есть 10 минут, чтобы задать свой вопрос мэру. 30-40-600, телефон сейчас занят. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Светлана Евгеньевна. Я живу в районе площади Станиславского. Вот хотела попросить мэра, чтобы улучшить наши остановки. Особенно вот в сторону Толмачева. Ну, очень позорная остановка. Стоит на курьих ножках. Сам остановочный павильон, да? Светлана Евгеньевна, спасибо вам за звонок. Правильный вопрос. И тема очень актуальная. Работаем над заменой остановочных павильонов. Их около 2000, даже больше 2000 в городе Новосибирске. Сразу все за бюджет заменить невозможно, просто бюджета не хватит. Поскольку мы современные остановки, они, ну, около миллиона, до миллиона стоит одна. Ну, посчитайте. Получается, конечно, суммы очень большие. Но пытаемся привлечь небюджетные деньги. Деньги частников, но для этого необходимо проведение определенных процедур. Над этим сейчас работаем. По Станиславского постараемся решить вопрос ваш. Предлагаю еще один вопрос послушать, который приходил до этого на автоответчик. Анатолий Евгеньевич, я считаю, тоже важное замечание. Давайте послушаем. В школах нездоровая обстановка. Детей из неполных и неблагополучных семей гнобят, издеваются над ними. Воспитанием в семье, тем более в школах, не занимаются. Это может привести к взрыву внутри страны. Отслеживает ли власть обстановку изнутри? В школах надо вести уроки о половом воспитании, а также правоведения. Привлечь специалистов. Молодежь должна понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот такой. Но, вот тут радиослушательница права в том плане, что в школе надо давать не просто сумму знаний по предметам, по специальным предметам, не только учить читать, писать, считать, но и, безусловно, заниматься нравственным воспитанием. И сегодня, вы знаете, что такую задачу поставил и президент Российской Федерации, в целом общество обращает внимание, вот что происходит у нас в школах. Мы долгое время не обращали на это внимания. Мы почти 30 лет мы перекроили свои классические схемы образования под западные образцы, по западным учебникам, особенно учебники истории, литературы. То есть они стали, у нас ушли классические произведения, у нас ушла история Великой Отечественной войны иногда, поскольку каждая школа там выбирала для себя видение. Ну, давали такое право, да. Такое, да, право давали. Вот сейчас началось наконец-то наведение порядка, мы осознали, что проблема эта очень серьезная, большая, и, конечно, она вот одномоментно вот так вот за один год даже не решается. Но самое главное, мы изменили вектор сегодня. Сегодня перед школой стоит задача не просто образования, но и нравственного воспитания. Воспитание патриота,
патриотизма, и мы уделяем этому очень большое внимание. Спасибо вам за вопрос. При вашей поддержке, безусловно, у нас эта работа при поддержке родителей, родительских комитетов, эта работа пойдет, ну, более эффективно, быстрее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Юлия Сергеевна, я житель Калининского района. Раньше, чтобы попасть в центр города, я приезжала на машине на площадь Калинина, оставляла автомобиль и в центр ехала на метро. Сейчас в связи с строительством стелы и реконструкцией площади все парковки там убрали. И в центр приходится ехать на автомобиле, увеличивая трафик. Вопрос, планируется ли, разрабатывается ли какая-то программа, я не знаю, проект, чтобы создать на оконечных пунктах метро перехватывающие стоянки для автомобилей? Юлия Сергеевна, правильный вопрос, и именно над этим мы сегодня работаем. Безусловно, нужна альтернатива. Согласитесь, что убирать с площади Калинина вот эти парковки было просто необходимо. Это требовало наведения элементарного порядка, потому что они использовались не только для того, чтобы оставить автомобили, вот для добросовестных автомобилистов, как вы, но и для того, чтобы вести несанкционированную торговлю, потому что стоящий автомобиль вдруг в какое-то время превращался в некий торговый прилавок. И такое было. Поэтому здесь кардинальные меры были приняты, и, на мой взгляд, это правильно. Площадь от этого выиграла. Но то, что нужна альтернатива с тем, чтобы оставлять личные автомобили, это проблема существует. Над этим мы работаем. Я сейчас окончательного решения по данной вот территории не скажу, но у нас довольно много примеров, когда у нас появились альтернативные парковки. Мы очень много об этом говорили, когда убирали парковочные карманы с вокзальной магистрали. Там сколько копий? Ну, конечно, конечно. На сегодняшний день, вообще говоря, на сегодняшний день все вопросы, по-моему, решены, все привыкли, и все понимают, где оставлять автомобиль. Но также надо будет решим вопрос по площади Калинина. Вообще, спасибо вам за вопрос. Я считаю, что абсолютно правильно. Анатолий Евгеньевич, ну и раз уж мы на площади Калинина оказались, вот благодаря вопросу, я предлагаю сейчас, вот неделя у нас остается, кстати, через неделю там состоится буквально историческое событие, я считаю, 3 ноября. Давайте как-то проанонсируем, что будет, что уже сейчас известно, чего новосибирцам ожидать. Я разделяю точку зрения, что это без преувеличения, это историческое, эпохальное событие. Вот, наверное, равному вот этому событию, открытию стелы, наверное, ну вот рядом подобного мероприятия никакого нет. Ну вот монумент славы. Ну это было когда, да, сейчас вот. Все знают о войнах-сибиряках. Вот все знают о войнах-сибиряках, о том, что войны-сибиряки, дивизии сибирские, полки, они сыграли решающую роль в победе под Москвой. Принимали активное участие в других битвах в Великой Отечественной войне, становились гвардейскими. Вообще синоним был воин-сибиряк, гвардеец, это как бы так вот. Даже песни, стихи на этот счет есть. Бориса Богаткова, если мне не изменяет память, у него есть такие стихи, песня написана на эту тему. Все знают Александра Ивановича Покрышкина, трижды Героя Советского Союза, конечно. Да, нашего земляка с вами. Все знают Гаранина, другие фамилии воинов, которые запечатлены и увековечены в названиях улиц, площадей города Новосибирска. Одним словом, военная тема, она звучит. Но тема трудового подвига, она как-то, согласитесь, оставалась все время в тени. И вот когда было присвоено звание города трудовой доблести, государственного звания, указом президента Российской Федерации, я считаю, тем самым долг исторической памяти, он выполнен. И мы должны этот долг до конца выполнить. И вот эту стелу открыть, она заканчивается, ее строительство. Сейчас там электрооборудование навешивается, подключение происходит, заканчиваются последние работы по благоустройству прилегающей территории. И 3 ноября в 19:00 вечером, вот в это время, да, вот в такое время мы откроем. Почему выбрали это время? Потому что, ну, наибольший эффект, на наш взгляд, потому что у нас не пассивная стела, она и подсвечена, она изнутри подсвечена, и экраны будут светиться, и снаружи будет подсветка.
и хотелось бы, чтобы она смотрелась выигрышно, максимально выигрышно, и хотелось бы, чтобы максимальное количество новосибирцев приняли участие в этом мероприятии. Никаких ограничений нет. Приглашаем всех принять участие. Планируется такое небольшое шествие по Красному проспекту от Кропоткина до площади Калинина. Там небольшой сектор площади Калинина будет закрыт для движения. Прошу всех подготовиться к этому, с пониманием к этому отнестись. Вот этот сектор, примыкающий к Красному проспекту, площади Калинина, там движение не будет с 17.00 уже. Ну и часть Красного проспекта, движение от Красного проспекта до Кропоткина жестко движения не будет. Ну, да. На кольце площади Калинина, да, получается? Да. А до Писарева, ну, там некоторое движение с тем, чтобы с поворотом на Кропоткина уходили. Но я, насколько понял, там буквально пару часов. То есть это не так, чтобы на весь вечер мы там... Да, с 17 до 19 вот такое перекрытие будет. Но я приглашаю всех, я анонсирую это, вот это событие. Оно исторически очень важно. Еще почему? Это и долг памяти наш. Это долг перед нашими предшественниками, перед новосибирцами, совершившими трудовой подвиг. Это был подвиг. Работали без выходных, без праздников, выходных. Работали ночами. Там смены многосменные были, там непрерывное производство было боеприпасов, всего, что необходимо для нашей армии. И собирали урожай, в том числе вот, труженики села. Поэтому это подвиг, прямо совершенный тружениками тыла, он достоин того, чтобы увековечить его в этой стеле. Но это еще примеры сегодня. Мы сегодня тоже в сложной ситуации. Мы не просто проводим вот эту спецоперацию военную. Мы фактически в состоянии войны с Западом. Против нас ведется настоящая война по многим фронтам. И не только на земле, в воздухе, на море. Она идеологическая война ведется. Вот зайдите в социальные сети, посмотрите в интернете, что творится. Я думаю, все это видят. Я думаю, что все понимают, о чем я говорю. И поэтому надо поддержать наших ребят и возвращаясь к этой теме. Мобилизованных, уходящих туда, защищать нашу родину. Надо поддержать их еще своим трудом. Вот этот лозунг «Все для фронта, все для победы», он актуален и сегодня. Поэтому стелла – это еще и пример для нас, сегодня живущих, и, безусловно, для будущих поколений. Ну что, все, Анатолий Евгеньевич, на этом мы с вами прощаемся. Еще раз всем напоминаем, что через неделю приглашаем всех на открытие стелы «Город трудовой доблести», «Новосибирск, город трудовой доблести» в 7 вечера 3 ноября, все верно? Да. На площади Калинина. Да. Это была программа «Мэр отвечает». Спасибо, что активно участвовали. И встречаемся здесь уже через месяц. В студии был Анатолий Евгеньевич Локоть. До новых встреч. Это не традиция, это график нашей работы.